а может просто снегом стать. Друзья, всем привет! И мы сегодня с вами сделаем шопинг-обзор в магазине одежды Sensei. Вот появились у них такие брюки из кожзама, 659 гривен. Странно, потому что цвет меня смущает. Он больше, мне кажется, осенний. Как и вот это платье с какими-то вкраплениями, с цветами, да, коричневого какого-то цвета. Вот, джинсики очень симпатичные, из такого светло-серого денима. Дальше спортивная обувь, какие-то блузки новые появились, тоже такого цвета. Ну, девочки, мне кажется, это больше осенний вариант, ну, коричневый, там, типа, вот какой-то бежевый, да. И здесь у нас толстовки со скидкой, вот это вот минус 28%. Также мне очень понравился, я думаю, и вам тоже, вот этот насыщенный розовый цвет. Один из самых модных оттенков этой весны – это именно розовый цвет. Такой классный свитшот, свежайший, и 199 гривен. А дальше вот такие бежевые толстовочки. И из новинок у них появились вот такие кожаные пиджаки. Пиджаки из эко-кожи. Очень симпатичный пиджак. И я его обязательно примерю. И вот такой, девочки, пиджак из кожзама. На меня он немножко, мне кажется, широковат. Ну, скорее всего, это такая модель, удлиненный, да, и плюс к нему еще идет здесь пояс, и сзади есть такой разрезик, широкие карманы. Видите, плечи на меня как бы кажется ощущение, что широковаты, да и рукав тоже длинноват. Если бы был размер S, это было бы, конечно же, наверное, как-то смотрелось более гармонично, что ли. И цена, девочки, такого пиджака, смотрите, 799 гривен. Я думаю, что это недорого, как вы считаете. Дальше, в Sensei появилось очень много спортивной обуви. Вот совершенно новинка, вот эти вот кожаные кеды, обалденные, не тяжелые, 659 гривен, очень симпатичные, стильные. Точно так же много кроссовок со всякими разноцветными вставками, тоже 659 гривен. Дальше, смотрите, вот есть полностью такие кремовые, или же, например, с разноцветными уже, да, как я говорила, вставками из кожзама. Дальше вот интересное сочетание, да, сиреневый, белый, серый, черный. Точно так же, смотрите, вот эти с розовыми и красными вставками, типа под замшу. Сейчас вообще розовый один из самых главных оттенков весны 2021. А вот эти идут со вставками оттенка снежной мяты. Такие прям свежие какие-то, прям дышащие. Очень красивые кроссовки. Вот еще такой есть вариант кроссовок. Смотрите, здесь сочетание синего, зеленого, нежно-персикового, да, пудрового, бежевого. Очень красивые. Просто классика, черно-белые. Кстати, легкие кроссовочки, не тяжелые. Ну как, средние, скажем так, тяжести. Есть вот такие кеды. Это новая уже коллекция с такой вышивкой, очень стильные, красные и черные. Дальше домашняя обувь, дальше вот такие лодочки, тоже очень сейчас они популярные, модные.
Еще из новинок в Синсей это вот такие пиджаки, блейзеры двубортные. Этот у нас светло-серый, очень такой приятный оттенок. А сейчас посмотрим спортивную одежду. Всевозможные толстовки, очень красивая вот этот оттенок, он смотрится как на видео, так и в реальной жизни, вживую, да. Он такой красивый, девочки, он подойдет, мне кажется, любому цветотипу, то ли блондинка вы, то ли брюнетка, шатенка и так далее, он очень лимонный и красивый. В общем, толстовки любой толщины есть в Синсей разных, самых разных оттенков. Вот это вот серая 459, черная. Что касается спортивных брюк, почему-то я их не нашла. Их практически нет в Синсей. Вот, поэтому если вы, возможно, на сайте поищете какие-нибудь спортивные сюда брюки под вот эти вот красивые толстовки. И вот в Синсей появились джинсы с необработанным низом и с такими потертостями. Сейчас это очень в моде тоже. Поэтому, кстати, джинсы в Синсей очень даже нормально носятся. И цена соответствует качеству. И вот такая мне очень понравилась тоже худи или свитшот, скорее свитшот, такой лососевый оттенок, что-то между лососевым и персиковым. Дальше, девчонки, я взяла в примерочную примерить к этой кожаной куртке. Она на меня великовата, но это как бы видно, да? Ну, мне, по крайней мере, так не нравится, как она висит на мне. Но очень нравится сочетание этой куртки с толстовкой, с такого ярко насыщенного лимонного цвета. И на весну всем рекомендую брать именно яркие оттенки, тем более зеленый, розовый и голубой. Это основные оттенки весны. И цена такой толстовки 459 гривен. Ярко-лимонного цвета с огромной надписью белыми такими буквами. А дальше в Синсей также идет сейчас распродажа, я так понимаю, на осеннюю обувь, то есть на демисезонную обувь, но не на всю. Так, например, вот эти ботинки 659 гривен. В Синсей очень много появилось нижнего белья, начиная от 89 гривен и выше, заканчивая 299. Так, например, вот этот бюстгальтер топ, такой, да, он идет топ прозрачный, гипюровый, он стоит, его цена 299 гривен. А также, девочки, скоро у нас уже не за горами лето, пляжи, солнце и песок, и поэтому появились первые купальники. На этом мое видео заканчивается на сегодня. Девчонки, кому понравилось, оно было полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал Moda Music Life. Всем пока-пока!
а может просто снегом стать.